Эпатажа. Руслан Нарцисс и диджей Марти Черри. Вы знаете, кто сегодня приезжает? Кто? Ну-ка подскажи мне. Руслан Нарцисс, знаешь такого? Конечно, это мой тезка. Походу, то, что я вижу на экране, да. Тот и приезжает. Прям красавчик, да. Руслан Нарцисс. Точно. Как тебе наш диджей сегодняшний? Очень крутой, на самом деле. Хороший, красивый. Ты молодец, правда. Он качает по полной, потому что сегодня суббота. Пользуясь случаем, девчонки всех очень люблю, обнимаю, целую, правда, с 8 марта, дорогие. Слушай, а ты вообще знаешь этого Руслана Нарцисса? Да. Что, как тебе диджей? А, очень хорошо. Вообще крутой. Что? А, тебе нравятся бородатые мужики? Очень. Нет. А, ты француз? Да, я француз. А... Если есть борода, я скажу тебе да. Вот так вот. Борода, скажу тебе да. Но так как мой не бородатый, не знаю, люблю я бороду, ну, нормально отношусь к бородатому. Нравится ли тебе бородатые мужики? Очень красивые, красивые. Красивые. Ему нравятся красивые бородатые мужики. Тебе в очках, наверное, вообще классно. А вообще огонь. А как ты думаешь, длина бороды влияет на длину полового органа? Совершенно нет. Этого я не могу знать. Влияет? Ну, я думаю, влияет как. Нет. Нет? Нет? Вот у меня нет бороды, но... Конечно. Да? Да. Тогда почему у тебя нет бороды? Ты видишь, у меня нет бороды? Да. А он маленький, но очень шустрый. А, в рекламе «Каникул в Мексике 2», где он абсолютно голый, прошел по парку. Вот вы бы так смогли? Нет. А ты бы так смогла? Да? Нет. Если бы напился, смог бы. Для своей любимой женщины бы смог. Смог бы, но это должна быть не эта страна точно. Если где-нибудь в Испании, как я делал в Люрейте, да, я там и ходил голый. Ты меня... уже ходил голый. За штукарь баксов. Да. Да, отлично. Штука баксов, и она голая, ребята, имейте в виду.